Вот это контраст будет сегодня, да? Вот это контраст будет сегодня. На, друзья. Привет, Акёна, добро пожаловать в моем канале. Сегодня я поменяла волос, как вам нравится, я надеюсь, вам нравится. Здесь серый, а здесь синий. Я очень хотела синий волос, потому что летом. А я, на самом деле, в этом году нашла Гуа Авестян, она из Армении, но так хорошо красится. Поэтому сегодня я хочу повторять ее макияж. Ну, я кореянка. У нее европейская внешность. Это очень интересно, как это будет получиться. Поехали! Или нет, оказывается, у нее голубые глаза. Тогда я тоже купила голубые линзы BTS. Вау! Окей, она сначала стирает лицо с бумажкой. Ну, у меня корейская особенно, да. Больше сейчас у меня нет макияжа. Она использовала масло тинт, но у меня нет масла тинт, поэтому я буду смешать корейский тинт с маслом. О, я уже для кореянки сильно выгляжу. Потом она использует такой увлажняющий крем, но у меня с корейской это блестя вот так. Это сыворотка, но блестя, поэтому я это буду использовать. Это консилер бежевый. У меня я купила это Max Factor в России. Ну, мне не нравится между носами, поэтому я еще буду здесь, и здесь, и рядом губы тоже. С консилером сначала это вообще первый раз в моей жизни. Кореянки, корейский визажист, никто не так делал. Ну, окей, что-то видно, что у меня есть консилер. Она желтая сейчас. Мне надо использовать какой-то желтый крем. Это немножко какой-то темный. Я думаю, 18 она желтее. Поэтому я буду это использовать. Обычно я так немного намазываю, но повторяю она. Beauty Blender. Окей. У меня просто спонж. Блин, мне нравится. Уже тон ровный из-за консилера. Не забываем растушевать по подбородку. Она делает вот так. Окей. Опять консилер. Здесь консилер тоже есть. Хорошо, корейская. Блин, сколько консилера можно? Офигеть. Простите, у меня не такой много видов консилера, поэтому вот так. Она даже нос строго, еще под глазам. Окей. Название. Я как районкиня, да? Надеюсь, больше не будет консилер. Такой сильный макияж я никогда не делала, но очень интересно. На самом деле, это неплохо, даже хорошо. Вау! Я так выгляжу. О май гад. Сейчас она делает контурный макияж. У меня сломанный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Я как тигр, да? Кёна тигрёнок. Раз. Еще здесь? Окей. О, окей, еще раз она так делает, подбородок говорит. Потом просто бейте, пожалуйста, ваше лицо. Очень сильно бейте. Тигр, пока-пока. Если Юн видит меня, он будет испугаться. А что она делает вообще, да? Сегодня мы все пойдем с вами на свидание. Давайте, я тоже пойду. И поэтому наш макияж должен держаться очень долго и не долго. Конечно. Отпечатывается на, да, рубашке у молодого человека. Хорошо. Поэтому... Блестящая пудра. Потому что в любом случае у меня макияж будет не сильнее, чем Гуа, как в Ютубе. Да, она очень тщательно намазывает. Все. Она еще светлее с пудрами, как консилер. Здесь она 4 раза или 5 раз трогала. С них я буду с бежевые. У меня самый сильный макияж между кореянками. Даже она трогает. Здесь? Конечно. Она потом во все лицо намазывает. Да, здесь трогала немножко. Вот это контраст будет сегодня, да? Вот это контраст будет сегодня. Вот это трансформация получится. Вот это трансформация получится. Я трансформатор. Next step. Меня похожить? О май гад, мне нравится.
Только в Корее тоже так делают. Это делает лицо моложе и более оживленное. А в Корее просто через нос вот так один раз делают. Ой, это самый страшный момент для меня, потому что корейская визажистка дала мне тип, чтобы выглядеть натурально, вот так с волосом надо вот так. Классно, помогает. У меня тоже есть корейский. Ого. Ого, она две линии делала, это вообще не корейский стиль. А в Корее считается, что брови должны быть вот сюда, в конце глаз. Здесь, в конце брови бели. Ого, у нее вот здесь. Я не знаю, но повторяю. Теплый цвет, это для меня вот это. Это. Блин, это для меня очень сильный макияж, вау. Все буду испугаться, если я в Корее гуляю вот так. О май гад, у меня нет такой консилер, поэтому буду смешивать. Это BB-крем. Кремовый консилер от BTS косметики. Это такой цвет, я буду смешивать с ним. Как ты повторяла? У меня подводка Kiko из России купила. В Корее нет этой марки. Конечно, Neogen. Очень хороший. Она делает очень длинно и объемно. У меня есть корейские ресницы из Etude House. Вот так. Это просто стикеры. Нужно приклеить несколько. Вот, надеюсь, вам понравилось, как я повторяла макияж. Но я очень старалась. Это для меня не такой обычный макияж. И я хочу показать Юне. Улава. На, дюйзе. Ива. Вот так. Хорошо. 사람이 이렇게 쉽게 이렇게 조금만 투자하면 바뀔 수가 있네요. Он говорит, что инвестируйте время, тогда вы будете полностью менять. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. Аня. Клуб поедем. На клуб, Оле.